есть? Батуми. Моя первая покупка в городе Батуми – это айран. Айран, и он такой же, как в Турции. Я уже балдею. На самом деле, я сегодня приплыла, так скажем, и заселилась в гостиницу. В самом центре, в самом-самом центре. Центрее быть не может. Исторический центр Батуми. Уже темно, время начало 10-го. Какой вообще особенный колорит. Я поменяла долларов, еще так мало. Ой, господи, как тут жарко. Так время ночи. Так... Просто. Туристов много, гостиницы переполнены. Такие узкие улицы, они все мощеные камнем. Вот. Я такой интересный человек, я не знаю города, и все равно, куда я пошла. Кирылык. Что это значит Кирылык? Ой, как красиво. Какое здание. Это, скорее всего, жилой дом. Виноградная лоза. Квартиры, ломбард. Фор Дели Рент. Что это написано? Немножечко прогуляюсь. Администратор в гостинице, где я живу, Владимир, он из Украины, очень хорошо говорит по-русски, но старшее поколение, оно и в принципе и говорит по-русски. Молодые русский язык не знают, вот 20-летние. Брейд, что это такое? Прокат автомобилей, пожалуйста. Тбилиси, номер телефона. Батуми, номер телефона. Прокат авто. Интересно, видно на камеру? У меня не очень хорошая видеосъемка ночная. Ну, пойду-ка я перейду. Кстати, тут какое-то беспорядочное движение. Так, айранчику охота попить. А я спросила. Он такой же вкусный, как в Турции. Сказали, а это турецкий айран. Ну, вот это, конечно, подарок. То, что турецкий. Ну, вот валяются на улице, курят кальян. Не знаю, видно ли. Так, лото. А, спорт лото, да? Все курят. Ну, вам, конечно. Пахнет шашлыком. Мне кажется, мясо жарят всюду. Это сувенирная лавка. О. Керамическая посуда. Ну, красиво, конечно, ничего не скажешь. Ну, например,
например, 250 лари за кувшин. Ну, это так-то жесть, конечно. А, вот она, алфавитная башня. И ягодки. Ягодки в стакашках. Крыжовник успел уже. Чурчхела, ну, в Сочи чурчхела стоит маленькая 40 рублей. Так она же непригодная, ну какая вкуснота-то в ней? Надо все по отдельности есть. Орехи по отдельности. Виноград по отдельности. О! Посреди площади крест стоит. Да, грузины очень религиозны. Когда я сюда плыла, капитан корабля, я зашла в их каюту и такая спрашиваю. У него там иконки стоят. Я, вы верите в Бога? Он такой, а вы не верите? Его это так удивило. Конечно, надо сюда идти с утра. Крестик. Подойдем. Что-то может быть написано что-то. Нет, просто Иисус Христос распятый. Ничего не написано. Шикарно, конечно, ничего не скажешь. Вдалеке колесо обозрения. Так темно. Почему так темнеет рано? Время-то еще 10 час. В магазине, где покупала айран, увидела рулон туалетной бумаги, попросила у женщины. Потому что я вся мокрая. Я только что вылезла из душа, и все равно вся мокрая. Сейчас скажу, на какой улице живу. Сумки записала. Вернее, не я записала, а этот Владимир записал. Администратор. Так. Мираб Кастава. Мираб... Бляха, муха. Мираб Кастава 23. Ночной Батумен, конечно, светится. Это шикарное место. Шикарно, тут ничего не скажешь. А вот там морской порт. Еще завтра придется по новой сюда идти. Так. Как подойти до алфавитной башни? Вроде бы так не темно.
Нет, посмотри, захватится она, нет? Да, вот она, алхимитная башня. Скутер не хочу. Спасибо. Почему? Предлагает скутер. Ну куда? Я такая на скутере поехала. Вот какая красота. Прокат велосипедов, детские городки. Собственно говоря, нужно возвращаться в кино. Пойду в обратную сторону. С дороги, конечно, устала. Впечатления от Батуми, конечно, самые лучшие пока. Встречаются добрые люди в основном. Не в основном, а все. Завтра с утра нужно будет пойти поменять доллары. Сегодня поменяла мало. Мало. В гостинице почему-то нельзя оплатить карты, а Booking оплату не провел без оплаты, просто бронь предоставила, все. По этой броне заселили без проблем. Ну все, потом еще поснимаю. Это был ночной Батуми. Пока. Попью райончика хоть. С камерой неудобно, так пить хочу. Я как представлю, какой он вкусный. О, пила большую бутылку. Прямо, знаете, как с ума сошла. Увидела айран и все. Вина не надо. Ну все, пока. Пока.